8 часов вечера. И что вечером? Да. Какие итоги днем получается? Какое-то непонятное ощущение. Вроде организм очень хорошо, он наполнен энергией. А с другой стороны, ноги уже болят. Они еще не проснулись. Прошло несколько часов, и ноги уже болят. Ну как, несколько. 6 часов прошло, ноги уже начали болеть. И... ну, ходить сложно, если вот не ходишь. Сейчас вот я уже где-то метров 400 прошел, более-менее. А так вот ходить сложно, то есть сразу же не побежишь. Но реально, правда, то, что я почти не спал, я только где-то минут 40 поспал, и то у меня не получалось. Сам себя уложил, чтобы силами наполниться. Но сил было вообще, и сейчас сил полно в избытке, то есть... вот эта вот природа, она реально очень наполняет. Раньше я даже не замечал, и как-то, я помню, 2-3 года назад я заметил, что, ну, что реально силами наполняешься на природе. И это реально очень работает. И вот эти вот либо ходьба 3,5 часа, либо бег непрерывный 1:40. Это минимум, что нужно делать, чтобы восстанавливать все органы и системы физически и прочищать все психические каналы при всех заболеваниях, почти при всех. То есть это очень такая верная методика. Можете тоже попробовать. Я сейчас буду раз в несколько раз в неделю бегать и повторять это, то есть чередовать бег. 1:40 и более бассейн и велосипед. Ну, завтра просто 30 километров проеду, чтобы держать себя в форме. Все, это пятое видео на сегодня. Пока.